Ассаламу алейкум. Всем доброй ночи. Ну что, друзья, сегодня у нас весь день противник напирал. Пытался продавить тот участок, где находятся наши подразделения. Ну и ничего у него не получилось. Ну, единственное, у нас, конечно, улов не очень большой за сегодня. Уничтоженной техники получается в общей сложности на нашем направлении. За сегодня уничтожено 2 БМП. Так. 2 ББМ, так, и 3 автотранспорта получается, но зато уничтожено очень большое количество личного состава. Вот, вот. И еще, конечно, хочу сказать с радостью, что подразделение Арбат сегодня уже зачистило окончательно Нижнюю Паровую и Нечаев, 2 населенных пункта, туда с ними. За ними зашли полк 1427, ну и получается, что уже этот участок тоже зачищен, взят под контроль. Вот такие дела. Ситуация так, линия боевого соприкосновения особого, как говорится, изменения не претерпела, кроме того, что вот, наши подразделения, вот, озвученные, освободили, очистили еще 2 населенных пункта, которые я только что сказал. Так, потери у противника за сегодня действительно очень большие. Он накатывал весь день, и из-за этого как раз он понес очень большие потери. Поэтому все хорошо, друзья. Всем спокойной ночи. Предлагаю всем еще больше молиться за нас, за всех, за Россию. Ну и победа, она будет однозначно за нами. Так что, друзья, Ахмад сила, Россия мощь, Бог един, Аллаху акбар.